на этой фотографии наша Алиночка, как раз за месяц до трагедии. Такая вот наша красавица. В тот трагический день 6 лет назад Алина Тимиркаева возвращалась домой из школы. На перекрестке столкнулись два автомобиля, один из которых отбросила на Алину. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму, после которой к прежней жизни так и не вернулась. Первое время нам вообще не давали никаких шансов. Просто говорили, считайте дни. Но вот по сей день мы, как говорится, живем и, можно сказать, радуемся, потому что нам Бог Всевышний послал то, что мы со своей девочкой сейчас. Ну, уже 6 лет прошло с момента трагедии, 7-й год уже пошел. Очень многого мы добились. Состояние Алины сейчас стабильное. Алина может самостоятельно кушать. Алина очень эмоциональная, она узнает родных, узнает знакомых, переживает, очень любит смотреть свои любимые фильмы, слушать музыку, на все реагирует эмоционально. Ну вот единственное, конечно, то, что она не может высказать, она не может сказать, пока еще не говорит. Самостоятельно тоже не может двигаться, хотя мы прилагаем для этого все усилия. Родители Алины все свое время посвящают дочери, ежедневно выполняя с ней реабилитационные процедуры. Это вот одно положение у нас, а потом мы начинаем ее немножко приподнимать, давай, вот, исходя сейчас вот, вот как-то вот 40 градусов и выше, выше, вот так вот, это немножко выше, и вот так вот стоим мы каждый день, и кишечник хорошо работает, и желудок. Но, несмотря на все старания родителей, дома девушке необходима помощь профессиональных реабилитационных центров. У нас нет выходных, мы занимаемся каждый день, у нас все по расписанию. На данный момент нам очень необходимо пройти реабилитацию. Прошлый год мы пропустили, так как не летали самолеты, не могли выехать, и мы не могли найти путь, как и куда поехать поближе к Крыму, чтобы пройти реабилитацию, потому что далекую дорогу на поезде Алина не вынесет. Сейчас нашли мы новый центр, вот они нам выставили счет сейчас, вот, и мы хотим туда попасть. На очередную реабилитацию, куда Алину нужно везти в ближайшее время, денег у семьи нет. Они просят помощи всех неравнодушных к их беде. Счет нам сейчас выставили 350 тысяч. Сумма, конечно, огромная, просто огромная для нас. Сами мы ее не сможем осилить. Мы вот только на вас надежда, дорогие наши помощники. Все, кто нам помогает, все, кто нам хочет помочь, пожалуйста. Без вас мы просто никак не справимся.